платок в каком-то смысле благодарность моему отцу, который не художник, но всегда мечтал быть художником. Платок легенды Франции – один из любимых экспонатов в коллекции Анны Толстиковой. Дизайн родился под впечатлением от витражей, увиденных в музее средневекового искусства в Париже. Идея воссоздать некогда утерянное искусство авторского платка у художественного руководителя творческого объединения «Агора-Про», художника по тканям по образованию, появилась еще во времена учебы. Я мечтала этим заниматься, но тогда, когда я заканчивала училище, еще не было такой возможности. То есть это были большие производства, фабрики, вот не было таких, знаете, небольших производств. А вот сейчас технология подтянулась, вот эти вот современные технологии цифровой печати позволяют как бы дизайнерам, ну, можно сказать, самовыражаться. На прорисовку макета такого платка может уйти от нескольких недель до нескольких месяцев. А сама идея неповторимого дизайна может рождаться годами. Тиражи небольшие, буквально от одного экземпляра. Новогодний платок, потому что вы знаете, что это фото, да, 21-й, это год БК. Но опять же таки хотелось как-то подойти к этому попозже. И я вспомнила, что есть произведение Ивана Ефремова «Час БК». На экспозиции в выставочном зале Орехово-Зуево представлены 13 платков литературной и тематической серии, а всего в коллекции Анны Толстиковой их около 60. Материалы разные, натуральные или, как на этой выставке, синтетические ткани нового поколения. Аккомпанементом экспозиции стала выставка моделей одежды с использованием павлово-посадских платков, выпускных работ студентов ГГТУ по профессии художник по костюму. Студенты колледжа и университета стали и одними из первых гостей экспозиции. Я сама из Павловского Посада, мне очень близка тема ткани, платка, но вот честно, очень выставка впечатлила, так как здесь своеобразное видение искусства платка, необыкновенное оформление, имеющее глубокий смысл. Авторский платок – это не только предмет экспонирования и коллекционирования, но и аксессуар и замечательный подарок. На открытии выставки посетителям были представлены многочисленные варианты завязывания платков. Дефиле студентов ГГТУ и небольшая концертная программа дополнили праздничную атмосферу вечера. Выставка «Искусство в квадрате» продлится до 28 марта.